Всем привет! Рада, что заглянули на мой канал. И сегодня я буду красить волосы черной краской Schwarzkopf. Schwarzkopf Luminance. Вот так вот видим. Вот так. Значит, все, что я достала, это инструкция к применению. Флакон-аппликатор мы видим. Мы видим окрашивающий крем. Неприятная неожиданность – это два кондиционера. Один наносится непосредственно после споласкивания краски до прозрачной воды, и второй наносится через пару недель. Значит, в инструкции пишут, что использование повторно кондиционера гарантирует нам до 10 недель стойкого цвета. В предыдущих роликах я красила волосы Paletta, Got to Be и Faravau Colors. И вот на этот раз это Schwarzkopf Luminance. Итак, приступим. Ну, вдруг кто не знает, вот здесь на крышечке есть остренькая такая штучка, ей я буду прокалывать. Получилось. Ага. Это флакончик, которым я наносить буду. Вот, мне прям штатива в жизни вообще не хватает. Так. Вот прямо этим буду наносить. Надеюсь, это будет удобно. Интересно мне, какой будет запах. Меня очень тревожит всегда запахи. Я не люблю, когда очень сильный. Ну, приходится терпеть. Аллергии у меня как таковой нету, но приятного мало. Так. Выдавила я весь флакончик полностью. Надеюсь, мелкая не проснется у меня, она спит. Тут написано нанесение непосредственно после взбалтывания. Угу. Пока что запаха страшного не почувствовала, цвет белый. Так, будем наносить. Забыла сказать, что перчатки в комплекте есть. Значит, я накрылась темным полотенцем. Не повторяйте моих ошибок. Не красьте одежду свою. Мне нужен какой-то крем. Ха-ха. Ха-ха-ха. Какой крем? Нет никакого крема. В общем, мне не найти крем. В этой комнате его нету, а в другую я попасть не могу. По краю наносим крем. Вот здесь вот. На уши желательно тоже. А я сейчас буду страдать. За эти пару минут краска, между прочим, приняла вот такой вот темный оттеночек, серенький какой-то. Надеюсь, она все же черная. Я буду использовать вот такую расческу. Сначала я пройдусь аппликатором. Мне кажется, что эту расческу просто легко мыть. Она дырявая. И буду вот так расчесывать. Итак, я наношу полосочками, сейчас буду это размазывать. Также напоминаю, что я не специалист, а просто крашу волосы каждые там месяц, допустим. Вот у меня есть такая щеточка, такая. И если вы не хотите так мучиться, как я, можете попросить подружку или сходить в салон. Совершенно не обязательно это делать дома. Дома я это делаю из-за того, что мне сейчас не с кем оставлять двух маленьких детей. Один ребенок посещает детский сад, а другой ребенок не идет никому на ручки. В отличие от первого и предыдущего. Я не очень беспокоюсь о том, как у меня прокрасятся волосы, потому что я всегда верю, что можно перекрасить. Я не перекрашивала пока что. Не было таких у меня страшных каких-то прям косяков. Но я действительно отношусь к этому довольно спокойно. Если будет что-то, ах, ах, какой ужас. Какой ужас был, когда я покрасилась якобы, по-моему, фиолетовый, а получился синий. Ну, что делать? Сейчас и синие ходят модные. Так что походила. Я нанесла не весь флакон краски. Господи, как это увидеть? Я не понимаю. Так, наверное, это увидеть вот так. Вот так. Сейчас положу камеру и еще прокрашу. Итак, я нанесла полностью на всю голову, но у меня в флакончике осталось. Я постараюсь нанести побольше вот сюда, потому что мои волосы были крашеные. Они были
смывающиеся красные такие. В принципе, все, уже засекла время. 45 минут подождать надо. Прошло 50 минут, потому что... То есть я не могла раньше прийти смываться, потому что проснулась младшая, нужно было ее кормить. Она обнаружила, что я вся запачканная. Вот, и мне первые 30 минут очень сильно жгло голову, а сейчас я уже привыкла. Посмотрим, что будет. Можно было вполне ходить без полотенца на голове. Я его надела, потому что брала малышку, и она могла меня, себя испачкать в мои волосы. Поэтому я замотала, как раньше, в тепло под полотенце. Буду смываться. Итак, я смыла, смывалась очень долго. Ну, для меня это долго, минут 5. И сейчас я нанесла кондиционер, держу его 2 минутки. Я смылась. Вика молодец, кстати. Да, так долго играла в пирамидку. Кстати, мне уже нравятся на ощупь волосы. Они какие-то другие стали, легкие какие-то. Вот, значит, по поводу запаха. Краска сама не пахла, это приятная неожиданность. А кондиционер пах вкусно. Вот. Итак, процесс окончен. Вот результат. Можете видеть, все хорошенько прокрасилось. Видно? Надеюсь, видно. Цвет, как и заявлено, черный, блестящий. Вот он. Наносила я, значит, зубной щеточкой, потом вот такой вот расчесочкой из улыбки радуги, самой обычной расчесочкой Амели. Очень было удобно. Волосы сейчас все блестящие. Вот, и мне кажется, что можно постричь челочку, и я этим займусь в ближайшее время, может быть, даже завтра или сегодня. Вот. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Это была вот такая вот краска. Вот такая красочка. Как я ставлю другие эксперименты над своей головой, вы можете видеть в плейлисте «У зеркала». Там я использовала другие краски. Вот. И о нашей жизни вы можете посмотреть в плейлисте «Дневник жизни». И остальные плейлисты тоже можете полистать, потому что еще я пока не выбрала контент, который будет основным на моем канале. Так что смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!